Я вдала себе дождь, аж разбудила меня. Такой грохот. Аж свет зажегся в 8 утра. Грохочет так, что писец. Я думала, хорошо, что я успела прилететь до того, как вот это все случилось. Вообще, что у них погода как-то тут в последнее время хуже и хуже становится. Весь апрель лило, громыхало, и резко похолодание температуры было уже по зиму практически плюс 30. А сейчас, если 15 есть, то хорошо, холодно. Вот. И что-то происходит, какой-то, может быть, торнадо идет. Такой грохот просто, вообще ужас. Меня разбудило, сейчас понимаю, блин. Какие-то изменения в климате конкретно происходят, ребята, я не говорю. Я 25 лет прожила в Далласе, я не помню, чтобы, во-первых, такие резкие колебания температуры были, с 30 до 15, вот так вот уже практически в конце апреля, да? Ой. Извините, это ненормально, это очень интенсивный гром. Я говорю, что происходит сейчас с климатом, я не знаю, там Дубай, вы видели, кто не видел, посмотрите, Дубай затапливает. Я в телеграм-канале разместила ссылочку. Дубай там вообще затопило, просто нереально. И вот такого вот плана грозы, помните, если кто-то вначале еще самого на меня был подписан, летом я была в прошлом Мексике, мы там наблюдали каким-то сильным мумием, блин, над океаном. И тихим. Такие были прям интенсивные разряды, раскаты. Но тут грохот просто писец какой. Сейчас еще один подожди, мне на всякий случай замерзла прям холодно. Да, дождь как таковой не такой уж и сильный по сравнению с тем грохотом, который происходит. Напишите мне, как вы считаете, у вас климат меняется, вот где вы живете? Вы видите изменения? Резкие какие-нибудь колебания, интенсивность гроз нарастает, там, допустим, молнии больше стало. У нас вот начинает, удалось очень много пожаров. Не началось, а в последнее время много было пожаров. Из-за молнии, то есть когда я была в Краснодаре буквально неделю назад, мне пришло сообщение, что молния ударила водонакачанную, вот как называется, водонапорную башню в Оклахоме, там, где у нас дача. У нас как раз люди там были, отдыхали, и вырубила воду по всей округе. В общем, нам пришлось сообщать этим людям, что воды нет, хорошо, у нас там скважина, как им переключить на скважину. Но это тоже первый раз такое я слышу, что водонапорную башню. А видели тоже там, в телеграме я оставила, оставляла фотографии, линки о том, что статую свободы в Нью-Йорке ударила молния несколько раз. Очень громко, ребята, это очень громко. И, честно говоря, страшно. Ладно, я замерзла. Пойду, надеюсь, эта торнадо пройдет у нас безопасно. Потому что, честно говоря, с таким грохотом уж страшно подумать. Если оно на нас идет, что это будет. Все, до связи, если выживем после нападения торнадо на нас.